Welcome aboard, Captain. Мужской голос, прикольно. Чем могу? Шкабырский, мое почтение, друзья! Меня зовут Флад Шрейдер, с возвращением в Сабнатика! Величайшие приключения нас ожидают. Самое главное, конечно, послушать, что мне тут пришло. Говорит спасательная капсула от Бака, они нам прилагаются. Мы уже прошли безопасную глубину и теряем кислород. Нам придется всплыть на поверхность, но это 500 метров строго вверх. Мы доберемся до точки сбора и будем держать вас в курсе. Ю, конец связи. Местонахождение сигнала загружено в КПК. Окей. Ну, я так понимаю, у них-то большие проблемы, да? Их ничто не спасет, к сожалению. И знаешь, что я сделал? Без записи я насобирал кучу всяких ресурсов, и теперь мы сделаем что? Теперь мы быстренько замутим краба. Возьмем вот эту вот штучку. А еще мы сделаем комнату сканирования. Куда бахнем? Где-то я видел, можно где-то здесь бахнуть ее. Прям бахнуть, чтобы она сочеталась с ними, да? Не, похоже, придется от всех сделать, да? Фак, почему так трудно? И что я делаю? Зачем я это делаю? Ладно, пусть так и будет. Тогда нужно сделать прямой отсек. Нужно еще два титана. По-моему, у меня ни черта не получилось. Как из жопы. О, можно разобрать. О, она полностью разбирает. Блин, у меня что, мало нет места? Ай, фак. Тут у меня кладбище использованных батареек и энергоячеек, которые не работают. Окей, тогда переносной сборщик транспорта мы сейчас наверх вытащим и разберем эту штуку. Если бы ее нельзя было разобрать, я бы пригорел. А почему нельзя ее построить за... О! А почему нельзя? Да блин, я не понимаю! Может, где-нибудь отсюда можно? Вот давайте хотя бы здесь. Ой, бля, чудес. Зачем я на этот тоннель построил? Ну ладно, его хотя бы разобрать можно. И чё, типа, я крут? Чё могу сделать? Так, окей, я здесь. Использовать изготовитель. Улучшение комнаты сканирования. Изготовитель? Куэсси. Комнаты. То есть, может, тут сразу использовать изготовитель, чтобы сделать плюшки для этой штуки. Удобно. Допустим, кварц. Ну чё, отсканировал? Так, ладно, давай не кварц, давай, знаешь, что-нибудь покруче, давай. Давай серебряную руду, вот, у меня всегда очень много проблем с этой серебряной рудой. Управление камерой. А, ой, чем я летаю? Так, это не баттерфлю, это какая-то штука. Я не могу ее взять? Камера 2. Она какие-то камеры выпускает. Типа, этой камерой я добираюсь до той штуки, которую я хочу использовать. И она там висит, и потом я ее вижу и подбираю. Блин, прикольно, но я думал, как-то по-другому будет, что я буду сам это все подбирать. Короче, мне это вообще нафиг пока не надо, но, в принципе, камера прикольная. Ладно, будем использовать, но я сейчас построю краба. Оп, краб, не хватает ска. Сейчас вернусь. Костюм краб! Ухлокнуло во время первого управления костюмом краб, вполне нормально испытывать чувство безграничной мощи. Оператор краба проходит несколько недель обучения для нейтрализации данного явления. Вам же придется самим учиться держать себя в руках. Ха-ха! Я так понимаю, штука очень мощная, да? Вон еще дрон. Сообщение пришло, да, блин. Нужно сразу послушать. Очень редко, когда мне кто-то пишет. Чувствую себя очень одиноко. Радиообъект 11787783 уничтожен. Режим. Но в неучтенной цели один. О, смотрите, до капсулы прям можно добраться. Фига себе, мне координату дали, а не точку. Лучше бы, конечно, я это сообщение не слушал. Окей, главное, эта штука, чтобы она не уплыла, а то я, когда собирал ресурсы без записи, эта штука просто взяла и течением ее унесло. И я случайно ее заметил. Вот пусть она тут болтается. Не думаю, что здесь что-то произойдет. Сейчас поплывем очень далеко. ГТДЮУ погрузилась на 500 метров. И там наверняка очень опасно. Я как бы ни на что не намекаю, но костюм крафта должен дать мне безграничную мощь. Welcome aboard, Captain. Мужской голос, прикольно. Чем могу? А какие он батарейки использует, кстати? Так, ну-ка выйдем. Энергоячейка, Блин, ну, у него хранилище еще есть, это офигительно. Блин, круто, только я не могу его использовать, если я отойду, то что? Мне нужна энергоячейка. А, я не знаю, где заряжать энергоячейки, представляете? Блин, уже светает, я хотел на рассвете выезжать, но я, похоже, не успеваю. Так, все, окей, сейчас быстренько все приготовлю. По-быренькому выпью. Так мне не хватает одного пузыря, наверное, да? Водички будет не хватать, я буду опять умирать от жажды. Я намутил себе водички и похавать. Оп, оп. Ладно, потерплю. Добро пожаловать, капитан. Да, но я сначала сохранюсь. Потому что, скорее всего, я там погибну. А мне бы не хотелось терять все то барахло, которое я насобирал. Пожалуйста, Посейдон! Ты тут, я так понимаю, самый главный боженька. Помоги мне найти зарядку для энергоячейки. Пожалуйста, пусть она будет вот прям тут. Вот прям вот здесь будет, иначе я не выживу. Потихоньку спускаемся, потихонечку. Она должна была всплыть, да? Она не всплыла. Меня просто заставляют плыть в какие-то неведомые дебри. Это что, огромная брокколи растет? Твали, чувак!
Я боюсь, что здесь, кроме вас, еще что-то пострашнее может быть. Блин, мне вообще так неприятно вот здесь. Окей. Что это за штуки? Это земля, которая вросла в пол? Я уже почти на критической глубине плаваю. А почему не красный? Можно сканировать? Масляный корень. Мама, что это за звуки-то страшные такие? Что происходит? А, это просто музыка началась, да? Да, все, 279, опа, все, быстро, плывем по фастику, пока не темно. Это то говно, которое я видел. Блин, их тут много? Вези его. Оно ушло в стену? Нет, чувак, я пришел с миром. Плыви, сука. Он танцует или мне показал? Не плыви на меня! Не надо! Давай, ну плыви! А, что это за говно? Ладно, отсканируем! Раз уж кальмара краб. Ну ты страшный, сука! Все, ладно, может так близко? Давай уж познакомимся до конца, давай. Не уплывай, сучара! Когда я тебя сканирую! Давай. Блин, как же тут стрёмно было этим чувачкам. Давай в забор внутрь. Берем кашку. Что-то еще? Ой, блядь. Что-то я подобрал. Не трогай меня, сука. Так, тут еще телепортаторы, ага. Он, видимо, не плавает, он всего лишь прыгает. Или плавает. Блин, тут нужно побольше поисследовать. Нужно быстрее в капсулу, давай. Пока не совсем темно, потому что здесь ночью будет прям совсем жутко. Я точно уверен, что здесь что-то еще есть. Дышим. Все, быстрее обратно. Так вон капсула. Ну, у каждой капсулы всегда по закону жанра этой игры есть еще какая-то КПКшка. Блять, я сейчас вскрою вены. Такой, посмотри на меня, как у меня нож есть, а, сука. Так, тут еще паскуды плавают. Ой, мне тут совсем не нравится. Тут же совсем херово. Ладно. Давай глазами ищем что-нибудь еще. Штуку можно отсканировать? Блять, это хер на мать! Твою мать! Нет! Скан! Фу, они все скана пугаются. Они хотят быть известными. Башка начинает брать от этих вот локаций. Что это такое? Радиообъект 11783 уничтожен. Какой это объект? Режим патрулирования? Новые неучтенные цели. Это он про нас? Я подыхать совсем не хочу, я буду сражаться до самого конца. Коралловый, так это не то. Загруженные данные, выжившие с Авроры. Голосовой журнал ГТД, ЮУС, капсула 2. Плавсредства не раскрылись. Мы тонем, надо эвакуироваться. Подожди, я смогу перенастроить кислородную систему на откачку воды. Работает. Ладно, хорошие новости, мы живы и мы перестали тонуть. А плохие? Кислород закончится через 30 минут, а мы на глубине 500 метров. Что нам делать? Используем остаток энергии, чтобы отправить сигнал бедствия и изготовить все снаряжение, какое сможем. Затем будем выбираться по поверхности. Неужели вокруг их вот этой штуки ничего больше нет? Не может этого быть. Да ёб твою мать. Он типа, смотрите, он защищает это место, и он сюда телепортирует монстров. Вот это, сука, была последняя капля. Давай. Неужели ничего больше нет? Тут прям совсем ничего. Блядь! Ок, я... Ап! Хватит, все, я уплываю, окей, я понял. Он меня телепортировал дважды. Блин, это было больно. Что у меня жопа пригорела от этого биома. Жопа пригорела от всех этих чуваков, которые тут обитают. От тебя, сука, особенно. Какой же ты страшный, бля. Страшнее тебя я еще в этой игре ничего пока не видел. Насколько я помню, вы мне говорили, что можно достать зарядку для энергоячеек. Так, Бобби, значит, все в порядке. Тут, значит, безопасно. На одном из островов. Тогда я просто поплыву на остров и все. Потому что без энергоячеек я вообще не могу выжить. Так, пузырики, батя вернулся. Вы новых понатращивали, надеюсь? А, здесь же еще база инопланетян там под водой. О, блин, тут же еще хер плавает. Большой. Так, база Дегази. Где-то здесь должна быть? И вот тут, смотрите, какая пещера. Прям пронизанная этими технологиями инопланетян. Короче, я хер его знает. По-моему, вообще ничего нет. А, тут есть портал, точно. Это же штука, которая строит порталы, да? Ну, это очевидно, просто на нее она очень похожа на... И тут можно вставить...
Похоже, меня уже вставили, сучара! Иди сюда! Сейчас я тебе тоже вставлю, раскрою на кочегу в очко, иди сюда! Короче, сюда можно вставить ионный куб, и эта херня меня куда-то телепортнет. Но для начала мы сплаваем на другой остров, на противоположный. Потом вернемся за ионным кубом и придем сюда. Я так понимаю, это самое адекватное, что я пока могу сейчас сделать. У меня как раз два ионных куба есть. Ладно, короче, поплыли тогда отсюда. Потом просто сюда вернемся и все. Блин, как-то по-другому я себе представлял, конечно, ну ладно. И он плавает на больших пузыриках. На очень больших пузыриках. Окей. Оп, быстренько. Так, вон первая штука. Где-то посерединке должна быть еще одна маленькая мини-баска. Стопудово, помню, где-то должна быть. Давай, давай, давай. Вон вторая штука. Вот она. Умри, умри, умри. Хорошо, кстати, с винтовкой мне бесполезно. Кроме, кстати, с винтовки, ну пожалуйста. Ну, заползаем. Здесь. Я тут был. Все это видел, вау, как мы спустились, классно. И как бы все, тут я тоже все рассмотрел. Ладно, давайте наверх заберемся. Еще один. Голосовой журнал номер 3. Дегази номер 3. Последствия. Маргарет, видите, шеф, вы привели нас на эту насквозь промокшую планету, сказали, что мы получим солидный гонорар. Что мы теперь имеем спустя каких-то 6 недель? Погибший экипаж, жилище наполовину завалено, еду смыло. Я полагаю, что было бы переложить ответственное решение на кого-то с таким обширным опытом битья людей по лицу, как у вас. Я знаю достаточно для того, чтобы не делать внеплановых остановок на неизвестных планетах. Это то, чему не стоило бы учиться на собственной шкуре. Легко осуждать мое решение задним числом. Тяжелее придумать свой собственный план. Уже придуман. Мы берем все, что сможем унести, и спускаемся в пещеру. Я разведала место пара сотен метров вниз, большие залежи металла. И как, по-вашему, мы будем там выживать? С открытым доступом к стройматериалам? По-королевски, черт побери. Пара очистных станций, биореактор, свежая рыба, но шеф... Мы будем съесть салат из морских водорослей и пить собственную мочу, если потребуется. Важно только одно. У вас есть предложение получше? Перешлите координаты на мой КПК. Я рассмотрю ваше предложение. Окей, тут, короче, есть пещера, в которую они все спустились. Я так понимаю, там я смогу найти то, что мне нужно. Это будет трудно. Что, ребят, мы на этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз. У меня все упирается в зарядку энергоячеек, но я обязательно ее найду. А как только я ее найду, вот это начнется жиза. Что, ребят, спасибо, что все это время были со мной. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь, рассказывайте друзьям, если вам понравилось. Вообще, ребят, парочка видео для вас. Кстати, вот это раньше интересно, посмотрите, что там, да, как. Ага. И до встречи, ребят, в следующем видосе.